Обсуждение поправок Конституции России, предложенных президентом в ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации, состоялось в Общественной палате городского округа Щелково. Помимо ее членов, в работе круглого стола приняли участие сотрудник Главного управления территориальной политики Московской области Юрий Садовников, заместитель главы администрации городского округа Щелково Евгений Кравченко, представители общественных организаций и инициативных групп жителей. Хочу определить сегодня формат нашей встречи, беседы. Ну, официально у нас с вами называется круглый стол. Это обсуждение правил Конституции Российской Федерации, предложенных президентом Российской Федерации, ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации. Вот. У нас выступающие на эту тему из вас желающие любые. После доклада по теме жители в своих выступлениях высказали предложения по принятию поправок Конституции страны, а также говорили о своей готовности участвовать в работе Общественной палаты. Я занимаюсь организацией детских имущественных футбольных турниров по совместительству многодетный папа. Чтобы наши дети жили в хорошем социуме, в прекрасных школах. То, что касается власти президента, которая в данном случае, я считаю, несколько ограничивается, в нашем государстве это неправильно, потому что я исхожу из мнения как ровесников моего сына, так и ровесников моих родителей. Вот меня, значит, волнует вопрос еще вот, запретить иностранное гражданство судьям. И я бы еще здесь добавила, что и их членам семей, понимаете? Добавляйте там анкеты. Да, я напишу. В опросных листах, которые были заполнены участниками обсуждения, предлагалось оценить по отдельности каждую из поправок в основной закон страны. Как отметил председатель Общественной палаты городского округа Щелково Александр Макаров, жители в своих выступлениях и заполненных ими опросных листах в подавляющем большинстве одобрили поправки к Конституции страны, предложенные президентом. Сегодня очень хорошо, что люди раскрылись, и вот они не возражают против этих поправок коренным образом. Но почти через одного пытались внести улучшающие эти поправки, ну, предложения, то есть будем так говорить. И я считаю, это правильно. Сегодня мы увидели картину, когда люди все-таки заинтересованы, то есть удалось собрать тех людей, вернее, которые этим заинтересованы, которые неравнодушны и которые понимают, что от этого зависит их будущая жизнь в дальнейшем, их детей и всех близких. На круглом столе отмечалось, что все предложения жителей будут обобщены и направлены в рабочую группу Общественной палаты Московской области. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.